В сегодняшнем видео мы увидим, как мы можем удалить гипсовую лепнину, которая обычно существует в потолке вокруг ламп. Для этого нам понадобится зубило и молоток. Лучше, если вы делаете это между двумя людьми, так как штукатурка не закреплена и падает на землю. Вы должны прибить зубило немного прямо к краю между штукатуркой и потолком и слегка ударить молотком, как вы можете видеть на видео. С несколькими ударами у нас все получится. Надеюсь, вам понравилось. Поделитесь этим с друзьями и подпишитесь на наш канал.